Все чаще виды красивого, исторически ценного и старинного города для многих омрачаются лицезрением мусора. Отходы бытовой и праздной жизни человека зачастую рассыпаны по всем укромным местам. Наиболее всего это заметно в устьях рек Ирени и Сылви, где в летнее время отдыхают не только кунгурики, но и туристы. В большинстве случаев пикник на природе оставляет после себя горы пластика и стекла, разбросанного под берегом. Добавьте сюда безудержно разрастающийся кустарник, все это постепенно затягивает пейзаж, словно плесень. Но в этом году Кунгур начал обретать свежее дыхание. Такого события наш город ждал, наверное, последние несколько десятилетий. Общегородской субботник, организованный городскими депутатами, объединил усилия сотен людей. Главная цель – очистить берега водоемов от хлама и кустарников. Сказано – сделано. Ранним утром воскресенья добровольцы бодро вышли на субботник. Депутаты городской думы 7-го созыва разделили между собой ответственность за очистку берегов рек. Без работы не остался ни один народный избранник. Подключив активистов на своих участках, дружными командами они выпиливают ветки и вручную собирают различный хлам. Мешки распухают один за другим, груженный транспорт вывозит их на свалку. Счет идет на сотни. Самым грязным, как ни странно, оказался центр города. Возле малой архитектурной формы пуп земли безлюдно, наверное, только в непогоду. Несмотря на установленные урны, большая часть тары и упаковки летит прямо к воде. Экологический десант здесь задержался надолго. Знали, что берега в мусоре, но что его столько много, я даже не предполагал. Вот 200 мешков сюда привезли, их, наверное, даже не хватит вот только вот на этот участок, где-то до библиотеки и... туда дальше пупа земли. Это столько всего навалено. А если еще пилить все ветки, вот клены выпиливать, это очень большая работа. На относительно небольшой территории участники акции по уборке наполнили мусором 70 мешков. Столько же собрали и вдоль центральной улицы микрорайона Нагорный. Там, где водоемов нет, кунгурики прибирали городские улицы. За прошедшее воскресенье на свалку вывезли 1500 мешков мусора и спиленные ветки на 18 грузовиках. Общегородской субботник объединил более 1500 неравнодушных жителей. Цифра для первого мероприятия такого масштаба невелика, но организаторы уверены, к последующим акциям уборки присоединится еще больше активных и неравнодушных граждан. В планах законотворцев сделать это мероприятие традиционным. Вячеслав Горецкий, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин. Специально для Кунгур-ТВ.